Доброго времени суток. Меня зовут Сейдулла Молдаханов. Мне 64 года. В 1983 году я закончил в ГИК. Мастерская Бориса Черкова. С 85 года работаю в театре. Преподаю. Выезжаю в разные страны с мастер-классами по предмету пластика или пластическая выразительность, пластическое мышление актера. С 81 года снимаюсь в кино. Агент Мария Крыжанская. Пока.